Привет, дорогие друзья, с вами я, Мозус, и сегодня мы поиграем в «Привет, сосед». Да, интересная игра, довольно-таки, ну, уже старая, 2016 года, по-моему, игра. Вот, давайте возьмем бинок. Как его взять? Он, по-моему, на... Вот, на Е берется. У нас есть 4 слота. Вот дом соседа, а вот, ну, мой домик. Ну, на самом деле, у меня не такой домик в реальной жизни. Но пока что такой... Давайте посмотрим, что есть в моем домике. Открываем дверь. Так, тут нельзя включить свет никак. Вот свет. А, это выключить. Ну ладно, давайте тогда пойдемте к соседу. Вот его машина. А как ее? Можно? А, это бинокль. Можно посмотреть в окно. Соседу у него какие-то картины страшные, как будто бы. Но они не страшные, они интересные. Так, давайте бинокль оставим на самом деле вот здесь, вот потому что он нам еще понадобится. Тут сосед близко. О, если... Вон он. Вышел через окно! Он вышел через окно. Он... Отстань! Он разбил окно просто. А ты не идешь ко мне, чувак? Я надеюсь, ты не будешь ко мне идти. Ну, здравствуй. Так, давайте у него коробкой бросимся. Что это было? Ты опять ко мне идешь? Я закроюсь, слышишь? Вон он идет. Вон он. Так, давайте возьмем мусорную крышку от мусорного бака и бросим. Он не бьется. Короче, у нас есть глина. Мы сейчас идем просто к этому соседу, где он там смотрит телек, и бросаем в него эту глину. Ты где? Я в тебя брошу глину. Ты где? Сед. Он что, опять смотрит? О, нифига, сколько у него тут глины. Ты где? Сед. Глину! Я успел бросить! Воу, я успел бросить в него глину. Нужно открыть его дверь. Идем. Как ее открыть? Тут реально темно. Я... Вау. Нужно найти ключ. Что в этих ящиках? Короче, не нужно открывать дверь. Чтобы закончить игру, нужно бросить в это соседа яблоко, и он отдаст свой ключ. Просто нужно его убить, понимаете? Держи яблоко. Все, мы закончили игру, мы бросили на него яблоко, но он не дал ключ. Проблемка. Ну а я, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте на него свой лайк и подпишитесь на канал. Ну что же, всем пока!